Проблема энергосбережения и энергоэффективности по-прежнему актуальна. Недовольство граждан из-за повышения тарифов на воду и тепло не уменьшается. С 1 июля общедомовые счетчики должны быть установлены во всех многоквартирных домах Чебоксар. Снизить плату помогут терморегуляторы. Правда, установлены они далеко не во всех домах столицы. Многоквартирный дом по проспекту Ленина можно с уверенностью назвать энергоэффективным. В прошлом году после капитального ремонта здесь появился терморегулятор. Вот такой, на первый взгляд, довольно простой агрегат выполняет сложную и важную функцию. Регулирует потребляемое тепло и позволяет экономить деньги жителей этого дома. Принятый в 2009 году федеральный закон об энергосбережении обязывает установить в многоквартирных домах общедомовые и индивидуальные приборы учета. Это позволит получать реальные показания и платить за фактически потребленные ресурсы. Установка счетчиков в Чебоксарах завершена, а терморегуляторов только начата. В общем, эта система регулирования температуры уже на у потребителя дает более точную, подает более оптимальную температуру к потребителям и предотвращает как перетопы, так и недотопы. Терморегулятор автоматически предоставляет столько ресурса, сколько нужно дому по температурному графику. Фактическое потребление – это фактическое потребление. Мы прекрасно понимаем, от теплоисточника, который, например, мощного теплоисточника, как ТЭЦ, он отпускает достаточно высокую температуру, а нам столько его не надо. Например, да? Вот в данном случае терморегулятор очень помогает, чтобы именно нам поставлялось столько ресурсов, сколько только нужно. Проверить его эффективность невозможно. Он проработал всего 7 месяцев. Для анализа необходим год эксплуатации. Однако жители домов, где терморегулятор работает не первый год, уже успели оценить плоды его трудов на своих кошельках. Это помогает еще выгодно, когда в межсезонье, например, да, когда перепады температуры воздуха наружнего. А в данных случаях это, в общем-то, вот этот автоматический терморегулятор очень даже помогает. То есть избыточное потребление дома не происходит, и потребляет дом ровно столько, сколько ему нужно для того, чтобы содержать, значит, нормативный температурный график в доме. По закону бремя содержания дома лежит на собственниках жилья, поэтому принять решение об установлении терморегулятора нужно на общем собрании собственников. Пока в Чебоксарах только 200 домов из 1500 оснащены приборами энергосбережения. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.